Forbes и Aviaport создали новый рейтинг сервиса российских и иностранных авиакомпаний под заголовком «Сервис в российском небе». Авиакомпаниям присвоили оценки в звездах, учитывающие набор и качество услуг, предлагаемых на линиях короткой, средней и большой длительности. Агентство оценило также удобство процедур, связанных с приобретением билета, регистрацией на рейсы и управлением бронированием через сайты авиакомпаний и их мобильные приложения. Результаты этого исследования Forbes Russia впервые представила в февральском номере журнала. Авиационные эксперты в качестве тайных пассажиров проверяли уровень обслуживания на всех этапах – от покупки билета до выхода из самолета после перелета. В ходе исследования выполнили свыше 80 полетов с суммарной продолжительностью более 15 суток. В общей сложности в новом рейтинге Forbes оценил 20 авиакомпаний по критерию «цена-качество». Цена – это тарифная политика перевозчиков примерно на 500 направлениях, а качество – это сервис на борту и задержка рейсов. В этот авторитетный рейтинг попал и якутский перевозчик. Это авиакомпания «Якутия». Она расположилась на 8-й строчке, опередив ряд других серьезных компаний. Для нас это стало неожиданностью, так как мы не знали, что журналом Forbes проводится такое исследование. Одной из методик, проводимых специалистами, была методика «тайный пассажир», когда эксперт, не уведомляя перевозчика, совершал полет по направлениям. В результате полета он давал свою оценку на всех этапах от покупки билета до выхода из здания аэровокзала. Считаем, что это достойный результат. Авиакомпания «Якутия» вошла в десятку перевозчиков нашей страны. Результатом работы стала программа клиентоориентированности, которая реализуется в авиакомпании. На достигнутом авиакомпания останавливаться не будет. Мы учитываем мнение наших пассажиров. Генеральный директор авиакомпании Ольга Николаевна Федорова считает задачу по улучшению качества сервиса одной из приоритетных. И весь наш дружный коллектив вносит вклад в развитие воздушной отрасли Якутии.